7:00, всем доброе утро. На завтрак у меня три треугольничка хлеба, вот такого тоненького, темного. Обжарил на сковородочке, а сверху намазочка такая авокадо, спелая, буквально немножко горчицы, перца черного, соли. Расталкивается вилочкой, без всяких блендеров можно, вилочкой потолкали. Главное, спелая авокадо возьми. Потом туда мелко порублены яйцо вареное добавляю и помидорчик. Укропчик. Все это смешивается, намазывается на хлебушек. И чашечку черного зеленого чая себе налил. Красота, вкусно и полезно. 9:20, мой перекус. Маленький кусочек пирога. Зебра называется. И чашечка черного кофе, натуральный, пол ложечки сахара. 14:00, на обед у меня борщик красный со сметаной и укропчиком. Такая тарелочка небольшая. Без хлеба я кушаю. 18:00, на ужин у меня салат с помидоров, листьев, капусты, лучок маринованный. И сегодня у меня сосиска в тесте с кетчупом, который собственными ручками сделал. Сосиска, правда, не моя, угостили. 21:00, мой вечерний перекус. Яблоко вот такое вот зелененькое, у меня вкусненькое. Среднего размера, вот в руку может влезть, но такое не маленькое. Кефира нет пока, а так еще обычный кефирчик есть. Приятного всем аппетита, спокойной ночи, удачного похудения. Ищите нас на ютубе под хэштегом «Жирукопять». Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе. Мы сможем это сделать.